Здравствуйте, с вами я, Александра, и это видеообзор куклы Monster High Abby из серии I Love Fashion. Пару слов о коробочке. Коробочка выполнена в черно-голубом цвете. По коробочке нарисованы везде снежинки. Вверху логотип школы Monster High, сбоку надпись школы Monster High. Здесь написано, что есть три комплекта одежды. Здесь имя девочки и снежинка. Внизу 6+, с этой стороны Only a Toys R Us. Внутри коробочка выполнена в виде гардеробной. Там вешалочки нарисованы, градусник, также полочки внизу. Теперь задняя часть коробочки. Давайте посмотрим. Вверху надпись школы Monster High. Их девиз Be yourself, be unique, be a monster. Сзади нарисована Эбби. В руках она держит два остальных комплекта одежды, которые шли вместе с ней. Дальше мы можем видеть над ней логотип школы, ее имя. И вот часть ее дневника. Здесь она пишет про свою гардеробную и также про ихние, наверное, обычаи. В горах самый главный стиль – теплый, и одежда хранится в большом стволе с сыром яка. Здесь внизу есть стенной шкаф, и одежда не прованивается, как пицца яка. Мода также может быть стильной, но не только теплой. Также хорошо иметь собственную одежду, которую не нужно делить со всей семьей. Как младшие, они должны хранить одежду на дне с сыром. Мода никогда не пахла так хорошо. Но это, наверное, какая-то особенность Йети. Давайте посмотрим внизу. В коробочке изображена Франкенштейн из этой же серии. Тоже она держит в руках два комплекта одежды. Теперь давайте перейдем к самой Эбби. Вот эта Эбби шла в коробочке. Она немного отличается от двух предыдущих, базовой и серии Skull Shores. Отличается она чем? У нее волосы короче, и мейкап у нее совершенно другой. Давайте посмотрим. Глаза у нее накрашены нежно-розовым и темно-розовым цветом. Губы у нее темно-фиолетовые. Волосы короче, расцветка та же, белая с голубыми, розовыми, фиолетовыми прядками. По бокам волосы собраны, сзади маленький хвостик. Также присутствуют разноцветные такие переливающиеся нити на волосах, как у обычных Эбби. Но они короче. Теперь давайте перейдем к ее образу. Эта кукла была одета в шерстяное такое нежно-розовое платье. По центру идет вышивка такая крестиком черным. Вот. На ней были только сережки вот эти. Остальные украшения были в отдельной такой коробочке, можно сказать. Сережки выполнены в виде таких вот двух шариков. Один больше, второй меньше. Фиолетового цвета. На ножках у нее были гетры, тоже вязаные черного цвета. И обувь у нее такие ботильончики черно-фиолетового цвета на каблуках. Спереди идет шнуровка. Теперь давайте посмотрим украшения, которые мы одели на эту куклу. Это обычные браслетики черно-розового цвета такие. Вот их 4 штучки. И вот такое вот колье на шею. Просто как бы из двух таких, можно сказать, нитей фиолетового цвета. Теперь давайте перейдем к двум другим комплектам одежды. Вначале начнем вот с этой. Это мы переодели базовую Эбби. Одета она в такую нарядную кофточку с рукавом на одну руку. Она выполнена в нежных таких тонах розовый, фиолетовый и белый ромбиками. Кофточка приятная на ощупь, такая, одевается очень легко. Брюки же наоборот, одеваются тяжело, они в обтяжку идут.
они, наверное, должны растянуться, чтобы хорошо одевались. Значит, они белого цвета, покрыты снежинками розового и фиолетовых цветов, также покрыты блестками. Теперь обувь. Обувь уже напоминает, наверное, вам чью-то. Это, вот, давайте сравним. Обувь Claudine Wolf из сета Схоулин. Это ботильончики белого цвета с открытым носком на каблуке и с открытыми частями по бокам. Теперь посмотрим на украшения. Украшения не снимались с этой Гули базовой, простите, Эбби базовой, потому что они похожи. Вот, если взять, посмотреть. Вот такая, например, одна сережка и вот такая же. Они похожи, просто вот такой вот нежный цвет. Вот. А такое же колье одето вот на этой. Такого же цвета. Мы их не меняли, так и оставили. Так, теперь давайте перейдем уже к этой третьей одежде. Мы переодели Гулю из серии Skull Shores. Значит, у нее идет платьице из, в обтяжечку такое нарядное, и сверху юбочка. Юбочка очень легко снимается. Вот на липучке. И вот такое вот платье. Значит, оно из атласа, выполнено в нежно-розовом цвете. Есть нежно-фиолетовые такие узоры на нем, как бы поколотые морозом лед. Такие узоры напоминают. Открытая спина, открытые плечи. Вот. И юбочка вот такого черного цвета из шифончика. Здесь как бы из меха пояс. Украшения, которые были на ней, уже сказано за колье. Также в этом сете шло еще вот такое колье. Тоже нежно-розового цвета. И давайте в конце посмотрим на обувь. Такие ботиночки черного цвета. Они со шнуровкой спереди и на платформе. Всем спасибо, с вами я была Александра. Всего доброго, пока-пока.